Лучшие поедут на национальный финал в Москву. В Эрниту провели отборочный чемпионат WorldSkills Russia и подвели его итоги. Около полусотни претендентов трудились 3 дня над решением непростых задач. Сама концепция или сам смысл чемпионата закладывается такой, что для профессионала даже это достаточно сложное задание, и они актуализируются каждый год. Поэтому задания не повторяются, и они дают достаточно объективную картину и оценку, насколько компетенциями обладают наши студенты сегодня. На чемпионат ВУЗ заявил 8 компетенций. По некоторым из них, таким как промышленная робототехника, подготовка только предполагается. Компетенции относятся к разделу Future Skills, то есть это компетенции, подготовка которым планируется только в ближайшем будущем. А у нас университет уже на данный момент ведет подготовку студентов по такой компетенции, то есть мы идем не то что в ногу со временем, даже немножко опережаем его. Желающих отбирали с особой осторожностью и поштучно. Для того, чтобы быть таким специалистом, проходит обучение дорогостоящее в Москве. У нас, конечно же, такого обучения студенты не проходят. Проходит более легкий уровень. То есть в процессе они должны усовершенствовать свои навыки в процессе работы. Здесь же студент должен быть уже полностью подготовлен как профессиональный специалист. В этом плане, конечно, это задача сложная. Сами награды некоторых участников интересовали меньше всего. Мотивация другая, но она тоже ведет к наградам. Желание познакомиться с современной техникой, развить себя, свои навыки. Вызов для себя в первую очередь. Одно из условий чемпионата молодых профессионалов – это возраст. Участвуют студенты не старше 22 лет. Хотя по имеющимся навыкам некоторые из них вполне похожи на состоявшихся профессионалов, ответственных за скорость и качество работы. Обращаем внимание на правильность схемы сборки, то есть как все подключено, правильно ли, все ли работает. Главное, чтобы все функционировало по итогу работы. В целом, московские эксперты оценили вузовский чемпионат положительно. Сейчас победители рассматриваются как претенденты на участие в национальном чемпионате молодых профессионалов на подтяжку навыков и умений всего месяц. Мы хотим все-таки показать, что действительно мы обладаем достаточно высоким потенциалом, прежде всего потенциалом наших преподавателей, что, я надеюсь, отразится в тех объективных оценках, которые мы получим по результату чемпионата. И в-третьих, критически все-таки оценить, насколько мы идем, скажем так, в мировом тренде инженерного образования, и в России в том числе.